Меня зовут Евгения Точицкая. Я врач-психотерапевт Минского диспансера. Медики не могут бастовать. Понимаете? Мы не можем бросить вас всех. Тут много сегодня говорили, что мы боимся. Это правда. Я сейчас ужасно боюсь. Мы боимся, но мы делаем. Мы выходим, мы лечим. И в коронавирус, и сейчас. Мои коллеги выходят на улицы. Они получают от того же, той же милиции ОМОНа. Мы сейчас добровольно, мои коллеги, психиатры, психотерапевты, наши чудесные коллеги, не медики, но прекрасные психологи, добровольно помогают вышедшим задержанным, их родственникам и всем, кто травмирован этим. Мы в первый раз вышли в среду, знаете почему? Потому что мы узнали, что на скорых ездит ОМОН. Это было последней каплей. Мы просто, это было какой-то такой плевок в лицо врачам. Оборотни, мы пропускали. Это оборотни, понимаете? Я хочу сказать, врачи традиционно интеллигентны и большинство аполитичны. Когда мы обсуждали требования к министерству, на первый план выходило пустить нас помочь людям, выпустить всех, допустить нас туда, вот это все. Вы знаете, в медицине есть такое понятие – лечить симптомы или лечить причину. Я считаю, что надо лечить причину. Спасибо вам огромное. Я в эти дни увидела, что мы все можем самоорганизовываться. Я все время ощущаю чью-то помощь. Большое спасибо. Недавно я еще был студентом, потом интерном врачом. Я думаю, что многие знакомы с этой системой. Уже несколько лет работаю в обычной поликлинике, обычным врачом-неврологом. И мне очень удивительно на самом деле и, наверное, счастливо видеть то, что большинство здесь сейчас выступало коллег старшего поколения. Наверное, потому что у них есть дети, и у них больше опыта, и для них та ситуация, которая сейчас происходит, она наиболее болезненна, потому что они представляют, какую работу нам предстоит совершить в будущем для того, чтобы реабилитировать людей, которые пострадали в результате этих всех событий, которые произошли. Но хочется сказать, что это системность. На самом деле, то, что мы сейчас видим, это потому что стало массово. На самом деле это всегда происходило там за стенках, всегда над людьми издевались, всегда силовые структуры подавляли, никогда у нас не было соблюдения тех прав человека, которые были бы необходимы.